Праздник на песке начался с интерактивной программы для самых маленьких виновников торжества. Ее подготовили специалисты Центра по работе с детьми и молодежью «Спектр». Не было отбоя от желающих проверить свои ловкость и творческие способности по ходу конкурсов от «Планеты молодых». Призы получили авторы самых красивых замков из песка, победители танцевального батла, а также участники многих других веселых состязаний. Яркости пляжной вечеринки добавляли запуски красок в холле, а градус веселья повышали столь любимые детворой танцевальные флешмобы. Иван, Лидия, Юля, Алена. Это Лиза, это не наша дочь, но с нами она. Что вас сюда привело? Нас привело вообще любовь, наверное, к этому городу, да и к этому, наверное, празднику. Очень нам он нравится. И вообще мы в восторге, как все это делается. Молодцы, красиво все, оформляется очень красиво. Для молодежи это, наверное, в первую очередь возможность какая-то не где-то сидеть, а вот именно общаться между собой. В России День молодежи отмечают уже 30 лет. За это время летний праздник не просто стал традиционным, а трансформировался под запросы аудитории. Он символизирует единство и дружбу, силу и энергию всех, кто молод душой. Это праздник активных людей, перед которыми открыты все дороги. Но прежде всего День молодежи – это очень веселый праздник. Всем его участникам море позитива подарила главная фишка вечера – пенная дискотека. Александр Маяков, Евгений Кочаков, Камышин ТВ.